Вот и первый день нашего поста. Трехнедельное желание общины двигаться в Божьем помазании важно для каждого из нас. Друзья, я очень рад, что мы присоединяемся к этому решению. Знаем, что Бог дает победу тогда, когда мы едины, когда мы устремлены на Его цель. А Его цель, чтобы у нас была вера. Вера в того, кто изменяет весь мир. Страх должен уйти. Страх должен покинуть наши сердца, потому что за ним последнее слово. В это утро мы молились, знаете, и я получил одну интересную такую заметку. Я хочу почитать ее вам. Меня она ободрила, потому что говорит о позитивном таком мышлении. Сатан обращается к людям и говорит: «Я вызову беспокойство, страх, панику, я закрою бизнесы, школы, места поклонения, общины, спортивные мероприятия. Я вызову экономическую нестабильность». Сатан, он хочет внушить в этот мир то, что я вам сказал. Иешуа, в свою очередь, говорит: «А я в это время соберу соседей, восстановлю семьи, я верну ужины к сохранению семейных ценностей. Я помогу людям замедлить свою жизнь, и они поймут, что действительно важно. Важна эта семья, важно отношение с Богом. Я начну у своих детей полагать желание видеть меня в первую очередь, а не этот мир. Я научу своих доверять мне, а не своим деньгам или материальным ресурсам». И это обещает Иешуа. В это время, когда мы обеспокоены, что будет происходить, знаете, соединяемся вместе. Соединяемся в молитве, в благорасположении, в благодати Божией, в любви мы начинаем ценить друг друга. Кто мы, как верующие люди? И этот день поста, знаете, для меня радостный день, потому что я понимаю, что все происходящее происходит для нашего блага.